Была у меня любовь, любовь была. Еще одного человека. Кто-то знает его, я точно знаю. Но многие еще. А вот он сидит. Сценарист, продюсер, администратор. Кстати, ты считаешь себя певцом? Нет. Человек, не считающий себя певцом, тем не менее, я сейчас шел, напевал песни. Это одна из последних твоих, крайних. Была у меня любовь, любовь была. Ух ты. Кстати, песни очень запоминающиеся, много хитовых. Записал уже альбомов, 34 песни. То есть это примерно 3 альбома. Большой альбом и синглов штук 6. Круто. Я так понимаю, многие певцы поют их. Бывает. И покупают, и даже на заказ он их делает. Ну, только Садко пока не берет. Кем ты еще являешься? Потому что я... Малую часть знаю. Я знаю, что ты комик, очень много проработал в КВН, много сценариев написал для многих передач, проектов. Кем ты еще был? Рассказывай. Вот уже, наверное, несколько лет я большой поклонник творчества группы Садко. Ой. Мы сейчас с вами вместе споем одну песню, которую я очень-очень люблю. Возьми с собой кусочек лета и не жалей, что все пройдет. И от заката до рассвета ты береги его тепло. Мы решили, вот всем все пройдет. То есть я текст этой песни знаю лучше, чем Лихацкий. Образом, да. Знакомьтесь, друзья, и слушайте обязательно. Реально классные песни. Правильно сказал, певцом, наверное, ты не являешься, но ты поешь. Ты поешь. Главное, и, чтобы человек был хороший. И душу вкладываешь. Советую. Так что переходите, я сейчас ссылочки вам дам.